Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием... Восприятие. Как вы помните, последний раз я закончил здесь. На том, что я взял ту запись и закончил. Но знаете, что оказалось? Оно не сохранилось. И мне пришлось начинать с самого низа этажа. И только потом сюда идти. А потом я развлекался... Ну, как сказать, развлекался. Я, короче... А перед выходом с игры, да? Я зашел сюда, спрятался. И потом я стучал, через сколько стуков выйдет эта херня. Оказывается, если ее нету, да? То есть она где-то вообще в пространстве. Она приходит за 50 стуков по земле. То есть сначала характерные звуки, такое шуршение, потом ее дыхание, потом громкое дыхание, дыхание с шуршением, потом она прибегает. Но когда она прибегает, она через какой-то промежуток времени исчезает. Вот у меня она несколько раз просто сюда подошла и испарилась. Один раз туда в двери зашла, которые там находятся, они закрыты. Их не открыть. А либо она начала просто по дому ходить, то есть вниз, снизу вверх. Я сейчас кое-что заметил. Вот здесь вот, там где кристаллики, помните, были? Сейчас кто-то спросит, а что там? А тут дверь была. А тут кукла. Ты пришла поиграть? Oh, no. Черт возьми, нет. Я не понял ни хера. Я не знаю теперь куда. А, мне вниз. А-а-а. Заперто. Подожди, а что там тогда был за проход? Там вход куда-то, подъем. Сюда, да? Просто идем. Нормально. Все каменное. Игра сохранена.
поплитоса. Я храню их. Потому что в какой-то момент нам надо об этом поговорить. Не понимаю. Это Ричард или дом? Я знаю, как он это делает. Я не знаю, как он это делает. Я не знаю, как. Да, давай это делать прямо передо мной, когда, чтоб я обосрался. Потрогать холст. Я не понимаю ничего из этого, что он мне прописал. Я все еще вижу его. Что связано с этим деревом? Я тоже это чувствую. Но вижу, что он нарисовал большого мотылька. Типа на мотылек. Не думаю, что мне сюда идти. Тупик. Тупик. А смысл мне за это прятаться? Ну давай, допустим. Типа я должен сейчас что-то увидеть? Но эту херовину я уже видел. Прикольно. Так, прямо и наверх. Бетти. Почему я все еще вижу его? Давай, чтоб я не обосрался. Чтоб я не обсирался, ребят, запоминаем дорогу и запоминаем, куда бежать. Телефон. Где ты? Привет, Серж. Что ты? Где ты? Okay. Хорошо. Я в каком-то... Я не знаю, здесь была детская. А, все в плеске с пузырьками. А, секунду. Разве ты сейчас не должен быть на... О, черт. Алло. Так холодно. Кем бы ты ни был. Я не боюсь тебя. Ты слышишь меня? Ты меня не напугаешь. Меня не Так, по звукам сюда. О, да ладно. Давай, быстрее, я не знаю, что это капкан. Боже мой.
бы ты ни был. Я не боюсь тебя, это я тебя боюсь. Слышь меня. Тебе меня не напугать. А то ты меня пугаешь, блядь. Женщина-мотылёк. Ребята, на самом деле, я бы на этом закончил бы, но... Я видел пару раз, или я, кажется, даже перед вами показывал, как мы умираем. Просто она хватает руками, нас начинает жрать. Это большой мотылёк, как я понимаю. Ладно, пойдемте на уличку, там где он. А, так это сова. Я сначала думал, это ворон. Малышка мерзнет. Я должна согреть ее. Если ребенок мертвнет, его нужно согреть. О, блядь! Нет, нет, только не пожар, только не здесь. Нет, 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 только не ребенок. Нужно поторопиться. Мне нужен... Ребенок там орет. Почему ребенок отсюда идет? Так, если что, прячемся сюда. А, стой, это с чемоданом, да? Прекрати морочить мне голову. Когда я тебе морочил голову? Серж, это действительно ты? Во плоти. Звучит так, как будто ты... Пожар буквально... Подожди, не вешай ту трубку.
я уже смотрел тебя, нет? А, точно, у меня все слетело, я забыл, сори. Я забыл, что у меня все слетело. Сорян. Ступил. Так, там у нас рисовальня, да? Все? Типа все сгорело. Она рассекает воздух, но она бьет как будто через предмет. Поэтому удара нет. Но это, скорее всего, тоже работает как удар. Состояние пациентки улучшается. Она принята, переход на искусственное насыщение и больше нет. Минуточку. Что это? Я должен был, у нее слуховые галлюцинации. Мне нужно больше спать. Здравствуйте. Что это? Кто это? Кто там? Что-то горит? Селиса? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Этим все закончится. Чертов дом! Она заставила Фелиси сжечь свою семью заживо. Почему он мучает этих несчастных людей? Я думал остановить это. Что я вообще здесь делаю? Я не понимаю. Я и просто орать не хочу. Я не должна быть здесь. Это все неправильно. Мне нужно выбираться отсюда сейчас же. Просто в пустоту. Заметьте, что это защитные кристаллы здесь. Я могу просто на самом деле идти, да и все. То есть... Просто вслепую идти. Мне все равно кажется, эта херня, она за мной побежит потом, когда-то. Плюс давайте не забывать про ту херовину, которая за мной... Которая вылезла из снега. Которая быстро залезла обратно. Ага. Ага, это мне обходить обратно, да, здесь надо. Ладно. Да. We have no real neighbors, so the only folks we've met have been at local markets. Brief interactions. Felicia and I aren't borrowed.
If in fact I thrive when it's just me and my thoughts. But I'm worried Felicia's going to want some girlfriends. I should encourage her to get out more. And make sure she doesn't mention our address. Я потерялся. Сори, но я потерялся. У меня сейчас вопрос. Не, мне не сюда, точно. Это проход к гаражу. Ну, Настя, ну я заблудился. Ну, куда мне идти? Ага. Народ, помогайте. Я не хочу палку использовать. Nope. Никаких больше... Мационтов. Я так и не ужилась из-за беременности. Каждый раз, как я пытаюсь прорваться по улице, я что-нибудь подворачиваю. Ждание должно быть, когда вернусь в равновесие. Физически и духовно. Типа, это фонарик, но ты не хочешь с собой выбрать, да? Нет. Нет. Что тебе от меня нужно? Помогите! Так, какой-то листик. Я тоже тебя не слышу. Не без табличек. Я готов присоединиться к тебе теперь, когда у меня никого не осталось. Дай мне знак, что ты еще здесь. Стук, шаги, граммофонная запись. Хоть что-нибудь. Мне нужно сделать следующий шаг, но я боюсь. Пожалуйста, покажись. Твоя сестра страдает. Фелиция. Это не... Прощай, Ричард. О, черт. Я должен вернуться туда как можно быстрее. Куда? Прощай, моя славная малышка. Держись, Фелиция, я иду. Если что, не пугайтесь сейчас звуков вот этих. Это я создаю. Для того, чтобы потом не обосраться. Я заблудился. Так, вот если что, ящик у нас. Прощай, Ричард. Прощай, моя славная малышка. Я иду в гости к подруге. Фелиция, почему?
Что случилось? It wasn't your fault. None of ты не виновата, ты ни в чем в этом не виновата. Почему ты это делаешь? Какой во всем этом смысл? Почему я бить могу? Я не могу бить. Почему я не могу бить? О. Ой. Где я? Дерево. Почему? Я вижу там, что висит. На рынке я подсмотрела, как попытка пожниже мужчина передал. Там было вечная благодарность своей целесной персоне. Представь себе мое удивление, когда оказалось, что это коллега из города, а он был без своей палки. Кто здесь? Кто это? О ком она говорила? Жесть. Глава вторая. Билет. Серьезно? Вторая глава? Чего, блядь? Изучите окружающую обстановку, чтобы найти следующую. Это место ощущается по-другому. Это дом уже не... Нет, это невозможно. Алло? Кэс, я нужен тебе сейчас, прошу тебя. Опять 25. Нужен? Нужна со в кое-ком не слабость, Кэсси. Для тебя, может быть, и нет. Нужда — это то, что... Как тебе что-нибудь нужно? Ты не контролируешь ситуацию. Ты в отчаянии. И сейчас ты отчаянно нуждаешься в том, чтобы ты была в безопасности. И я этого не стыжусь. Я... Вот дерьмо! Какого черта? Прости, малыш, связь прорвалась, поговорим позже. Сообщение отправлено. Это что сейчас, блядь, было? Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте там что-нибудь, говорите, как вам игра и стоит ли ее вообще продолжать. Ну а я вам скажу одно. Всем спасибо и всем пока.